4 вида? Давай на 3. А 3 слишком широко. А вот так смотри, на 3 будет. Не будет широко? А ты на 4 хочешь? Ну, если на 4. Вот на 4, ну, можно и на 4, но только я, просто если на 4, то будет валиться наши помидорки. Давайте с них. Давай на 3. Как это так посчитать? Так, что мы делаем, Аня? Итак, эти брускетты. Мы уже рассказывали в видео в одном. Да, рассказывали, но мы повторимся, потому что вдруг подписчики забыли. Она уже приготовила здесь, да, как-то сказать, помидорный обед. Нет. Короче, кондименту она здесь приготовила. У нас не приходят русские слова сегодня, хотя мы празднуем, что, Аня? День Победы. Вот, и мы готовимся сейчас здесь небольшой, как это сказать, ужин, бранч, не знаю, у нас будет во второй половине дня просто. Мы собрались, у нас было время. Вот так. Не знаю, что с моей камерой сегодня. Я после работы немного устала. Вот они здесь. Смотрите, ведутся работы. Мы смастерили мангал. Анна, ну что такое? Мы смастерили. Я лично. Мангал. Дым, дымок. Значит, пошли первыми овощи. Дальше что будет? Мясо? Мяско? Так. Витя у нас главный повар, поварёшка на мангале. Уже говорила сегодня. Стану здесь немножко напротив цветов моих прекрасных. Сегодня, кстати, прекрасная погода, вообще солнце, но сейчас оно куда-то ушло, именно когда снимать не нужно. Как я уже сказала, мы ездили обычно праздновать этот праздник в кругу своих родных людей на кладбище. На кладбище почему? Потому что там есть монумент солдатам, павшим, русским солдатам, павшим, защищавшим Италию, ну, как бы боровшимися с фашизмом на территории Италии. Как они туда попали? Попали они туда очень просто. Это были солдаты, беглые из лагерей, ну, то бишь те, которые попали в плен до этого. Вот. И они, когда смогли выбраться из плена, из лагеря, концлагеря, они бежали и присоединялись к партизанскому движению в Италии. Вот. И до последнего с ними дрались и шли к победе. Вот, например, один такой герой Советского Союза, к сожалению, он стал только через 15 лет после окончания войны героем Советского Союза, но все же, это Федор Полетаев. Это он, его, так сказать, монумент, его могила находится совсем здесь, недалеко, в Генуе. Он тоже попал в концлагерь. Анна мне помешала рассказу. Ну ничего, я вас прощаю. Можете меня даже поснимать. Так вот, Федор Полетаев был простым сыном крестьянина, жил как все, у него была жена, дети и прочее. В 1941 году он был призван в армию, но на фронт именно попал в 1942. И ну, буквально там через полгода перестали приходить от него письма. И ну, никто ничего не знал, думали даже, что он предатель, ну, как обычно у нас. И Свет, и он оказался просто в концлагере, и не в одном, он был в более чем одном концлагере. Вот. Но когда он сбежал, не, он не сбежал, я вру. Он был направлен в Генуе для работ немцами, вот, а уже в Генуе, будучи, он сбежал. И присоединился к этому же партизанскому движению итальянскому. Вот. И рассказывают итальянцы, которые с ним воевали, рассказывают, что как он погиб. Был бой, ну, партизан было не так уж и много, да, и они уже практически теряли позиции, боялись, что подойдут немцы, подмога к немцам. Вот. И в этот момент Федор поднялся своей огромной фигурой, все говорили, что он был очень большой, как все русские.
Вот, и воспоминания-то рассказывают о нем. И закричал вперед, сдавайтесь и прочее. И, короче, ну, в этот момент его расстреляли, и он так и погиб. Но при этом итальянцы поднялись и побежали, и короче, была победа в этот... Это что за история? Победили, они взяли 50 человек, 50 человек немцев в плен, там еще 20 убитых, короче, это вся история. Ну и этот человек стал Федор Полетаев, он герой Италии. Он признан героем Италии. И есть памятники, я, если что, здесь прикреплю некоторые фото. И вообще очень много русских стали именно героями в Италии. И много памятников в честь русских. Вот. Короче, не обессудьте, что я так разговариваю все-таки. Знаете, я уже 100 раз рассказывала, что я здесь 100 лет живу. Вот. Пошли, Аня. Так, у нас праздник продолжается, но не все гости еще приехали. Потому что Даша там всегда была. Почему спрашивают, почему я кричу постоянно? Ночной ресторан. Мы идем... Успокойся, Аня. Мы идем проконтролировать мясо, потому что там приложенные, все те же приложенные мясо делают. Хочу, хочу вас это... Кстати, хочу вас познакомить, да, познакомить. С цветочками, которые посадил мой муж. Ой, да, я хотела спросить, что это за укроп? Видишь, ну какой это укроп? Ой, не-не, вот тот там... Птица и мясо. Обратите внимание, дорогие подписчики, какое платье на Китти. Это австрийское, немецкое. Платье. Вот этот укроп я имела в виду, Катя, это что? А что так, здесь? Так, Анна, давай проверим мясо. О май гарбл. Так, сейчас, посмотрите, люди. Вы почувствуете этот аромат. Дожуем? Угу. А куда он ушел? Да мясо, вон, блин, еще сколько мяса. Это все вот это жарено? Мы что, это мы сейчас на сетку это все делаем. Видите, здесь уже колбаски готовы, и так, мухи. И мухи готовы. Вот это все надо дожарить, и мы сядем за стол. Я только в таком платье можно работать, а вот в таком платье нельзя работать. Давайте, глянь, где ты ее надыбал? Хотите вам принести парасольку? Мангал, сделанный своими руками, вот буквально 2 часа назад, продемонстрирую. Сейчас. Нашли сетку какую-то, Витя ее помыл. Вообще супер. Теперь сейчас так присядем. Будем всегда делать. Только надо, знаете, тут у нас волки бегают, надо все это убирать. Что они могут, что там происходит? Китти, как вы думаете, шашлычки удались? А я думаю, удались. Витя, браво. А мне сказали все те же мои подписчики, что я неправильно говорю, ну, у меня эта проблемка есть. Это называется просто на итальянском фики. Вот видите, можете смотреть вот это. Это на русском инжир. Вот так вот инжир выглядит. Угу. Он еще зелененький, конечно, еще долго, несколько месяцев надо, я не знаю. В конце лета он обычно готов. Ты знаешь, Кать, можно еще это варенье варить. Моя мама конечно, варила мы, варенье. Мы так съедаем все. Да? Вкусно, да. Нужно снимать, вот эту как бы срываешь, да? Снимаешь кожуру и ешь. Очень вкусно, но калорийно. Вот. Ну, кто следит за фигурой? Смотрите, какая фигура. Интересно, кому это? Интересно, кому это? В бутыле из Украины. Это знак. Мы уже начали есть. В чем дело? Мы уже стали есть. Тут что-то страшное происходит. Я по-русски. Мне вот это курушанин. Посмотрите, колбаса. Мясо пацаны принесли. О, ты не смотрела его? Даша, попробуй, как тебе? Вкусно? Очень вкусный шашлык. Хочу поблагодарить Витю Игоря. Шашлык. Да, ну, шашлык. Аня сделала мне коктейль, очень какой-то там. Ну, я вижу. Бодрящий. Бодрящий коктейль. Ну, ждем Дашу, что сказать. Даша, где ты? Даша. Мы хотим очень кушать и ждем салаты, это еще почти на одну такую. Я
увидимся, я не знаю, увидимся ли мы завтра. Потому что вы мне надоели.